Спектакль «Ожившие персонажи вертепа», концерты «Сладкие подарки». В Ульяновском драматическом театре имени Гончарова прошла праздничная елка. Ее участниками стали ребята из воскресных школ Симбирской епархии, дети, священнослужители и прихожан симбирских храмов, воспитанники детских социальных учреждений, школ-интернатов, а также дети из многодетных и приемных семей. Всех их со светлым праздником поздравил митрополит Симбирский Новоспасский Анастасий. История здесь оживает, едва переступаешь порог. В фойе главной театральной сцены Симбирска юных гостей встречают Мария, Иосиф и волхвы. Ожившие персонажи вертепа задают тон всему событию, исполняя праздничные песнопения и рассказывая детям о пришествии в мир Спасителя. Затем ребята проходят в зрительный зал, где их ждет снежная королева Андерсена. Но прежде чем ее герои начнут борьбу добра со злом, юных зрителей им напутствует митрополит Анастасий. Сделайте так, чтобы, дорогие ребята, чтобы Господь стал вашим верным и хорошим другом. Днем и ночью вы можете к нему обратиться. И самое главное, просите у него то, что необходимо вашим родным и близким. Научитесь любить их. А уж что вам нужно будет, Господь сам знает, Он вас любит. А к нам, ко взрослым людям, Господь всегда обращается, если вы не покаетесь и не будете как дети, не войдете в Царство Божие. Также со сцены детей поздравили солисты архиерейского детского хора. Коллектив под руководством Ларисы Филяниной исполнил духовное песнопение. Рождественская елка для малышей в Симбирской епархии уже добрая ежегодная традиция. Ее цель не просто подарить детям радость, но и правильно расставить приоритеты, уверены организаторы. Дети привыкли, конечно, что главный праздник зимы – это Новый год. И новогодняя елка, и новогодние праздники. И все-таки хотелось донести до детишек, что кроме Нового года есть великолепный, большой, светлый праздник Рождества Христова. И вот эта елка призвана как раз и соответствовать этой цели, донести, что есть кроме Нового года, есть еще и Рождество Христово. Для христианина это великий и радостный праздник. Но и без Деда Мороза и Снегурочки малышей не оставили. Новогодние персонажи вместе с ребятами стали участниками традиционного представления возле елки, а затем вместе с героями вертепа вручили детям сладкие подарки. Елена Гончарова, Владислав Фролов, Симбирская метрополия.